много талантливых поэтов, писателей, композиторов, ученых. Но есть имя, которое дорого каждому человеку, который любит и знает Россию. Это Александр Сергеевич Пушкин. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тлень не убежит. И славен буду я, такой в подлунном мире, жив будет, хоть один пеет. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий мне язык, и гордый внук славян, и фин, и немый дикий тунгус, и друг степей калмык. Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Велению Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. 29 января, 10 февраля по новому стилю 1837 года в Санкт-Петербурге в квартире на Мойке завершил свой земной путь величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.